В Октябрьском районе, в самом центре города, тоже проблем хватает. Двор дома на улице Коминтерна, прямо за универмагом «Волна», на первый взгляд не отличается от большинства. Но 83-летняя Анна Анурьева, живущая здесь много лет, об условиях, в которых вынуждена жить, говорит со слезами. Невозможно подходить к подъезду, тут нету крылечка, я на костылях, нас 3 инвалида, мы мучаемся. Открыть дверь еще высоко доходится, чтобы открыть домофон. И это самое, поэтому все, окна у нас вытащили, рамы. Рамы эти все не заделали, а дома кругом все отваливается, трещины везде, крысы бегают. Чтобы дотянуться до домофона, пожилому человеку приходится демонстрировать чудеса акробатики. По зиме кривой порог превращается в ледяную горку. А чтобы удержаться на ногах, даже зацепиться не за что. Нет ни поручня, ни крыльца. Асфальт вокруг колодцев во дворе давно просел. Для инвалидов эти ямы словно минное поле. Не так давно, по словам пенсионерки, рабочие забыли закрыть люк крышкой. И туда провалился мужчина. Казалось бы, управляющая компания свои обязанности выполняет. Во дворе относительно чисто. Мусор вывозят регулярно, но одних пустых контейнеров для комфорта недостаточно. Не помогли женщине ни слезы, ни многочисленные письма в различные инстанции. Каждый выход из дома для нее по-прежнему превращается в борьбу за выживание.